Так, ну что же, думаю, теперь мы проедем повеселей. Кто-то выбыл из гонки? Так, позади меня никого быть не может. А давайте я все-таки перемотаю. Вот этого много стоило. То есть, ну, я 10-й, машина целая. Осторожничаю. Как будто бы подлагивает 50 кадров, 60 он даже. Но местами есть лаги. Отвали. Так, рулевое пострадало. Какой у меня выход был? Тебе осталось еще два круга. Удержалась машинка, умничка. Так, это трое. И у меня три повтора есть. Держись. Двое. Давай, давай. Вот тебе на. Жестяк. Блин, пришлось выпустить вперед. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке. Вот так вот мы. Знаете нашу школу. Тихо. Все, сейчас главное аккуратненько доехать. Без происшествий.
Так, вот это для меня самый коварный поворот. Да, я даже перетормозил на нем. Ну и это мой самый удачный поворот, после которого я обязательно кого-то обгоню. Общий 24 очка преимущества. Так, гонка кубка. То есть, ну, здесь хотя бы одна гонка, это радует. Надеюсь. Кейтерем SP300. На таком мы еще не ездили. Ты на 16-й позиции. Да. Здесь терять нечего. Можешь рисковать по-крупному. Так, как она вообще едет? Мне кажется, она будет, наверное, как тарелка улетать. То есть держится в повороте до последнего, а потом просто так, как тарелка улетает. Ну, вот у меня какое-то такое представление о машинах данного класса. Это типа... Ну, кстати, я эту трассу помню. Блин, рулевой уже повредил. Так, что-то я не догоняю. Резкая какая-то. После первого круга ты в центре пелотона. Да, штраф, нету штрафа. Отвали. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке. Ладно, не буду пока перематывать, еще 3 круга ехать. Машинку ведет. Давай. То есть это машина класса Лиман какого там? LM2, LM3. Рулевое красное. У меня есть даже ролик. Из первого, из второго грида. Вот я здесь ехал на Ariel Atom, и мне колесо лопнуло. Это, блин, а что такое? Осталось 2 круга. Так, давайте отмотаем, у нас повторов много. Так, на полном газу проходил поворот после торможения. Так, я вот здесь вот перетормозил в прошлый раз.
тоже как-то неудачно еще. Ну, где-то около 100 метров нужно тормозить. Я безумно рад. Ну, ведет машиночку, конечно. Сто пятьдесят, сто. О, вот это отлично вошел. Меня сейчас. Все. Соперник на твоем примере учиться будет. Вот так победа. Вот так дела. А, еще, блин. Так, у нас 99 очечьев. Три круга. Ну, давайте. Повоюем. Хотя я уже подустал. 40 минут катать или сколько. Что-то меня так поднапрягло. Проще мне было бы, конечно, квалификации проехать. Удачно. Нет, это совсем неудачно. Я на внутренней траектории на выгодной остался, потому... Блин, а те ребята-то как уехали? С какого-то они перепуга такую катили? Вообще я потерял чувство, как говорится, скорости. Опять же, новая трасса наша. Так, ну я их немного поддогнал уже. 5 человек впереди. Я не успеваю на карту поглядывать просто. Так, первый круг. 5 человек. Ну, блин. Еще 2 круга. Перетормозил здесь, наверное. Блин, отловил, но скорость потерял-то. Так, 100. Поздно. У меня был быстрее выход. Там на максимальных оборотах в поворот вкатывался.
Так, я без права на ошибку нынче еду. Блин, он вступился. Помешал мне. Гад. Так, мне показалось, или я только что услышал звук типа пш. Типа конец моей покрышки будет сейчас. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке. Надеюсь, это был его колесо. Ха-ха-ха. Такой тоже вариант возможен. Так, один самоустранился, но второй вот на меня наседает. Максимальные обороты, здесь как раз машину не сносит занос. Чудесно. Вот если бы я во второй гонке стартовал на той позиции, на которой был в первой, это было бы идеально. То есть, никаких квалификаций. Минус 31. Достигнуто. Ну, в начале завал, конечно, мне очень помог. Так, я накатал 115 километров. Блин, а буквально долю не хватило. Восьмой. О, еще лучше. Ну да, вот эта группа, конечно, за это время немножко отъезжает. Пока я там сбрасываю газ и обломки объезжаю. Но им не спастись. Блин, подставил свою жопу. Я так это даже не запомнил. Что-то я так сконцентрирован все время на впереди идущих. Да, я ожидал этого. Спасибо. Фигушки тебе, а не проход. Отличненько. Так, двое осталось. Ну, я их думаю, на этом круге и сделаю. Немножко.
Так, 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 так. Нифига. Мой поворот следующий. Ой-ой-ой. Перегазовал. А, все. Нифига себе. Будет обидно, если я только что проиграл победу. Но у нас еще есть времечко. Я его догоняю. Закрыли перед ним ворота. Так, ну здесь мы традиционно проходим все отлично. И финишная прямая. Долго получается как-то. Больше 40 минут на один чемпионат. Что там дальше будет, трудно вообще представить себе. Да-да-да, все. Вы выступаете слишком успешно. Да не... Уровень для вас легковат. И вы не зарабатываете столько, сколько могли бы. Да меня устраивает, я не жадный. Так, ну, следующий у нас будет Endurance. Познакомьтесь с новым чемпионатом Туринга, который доступен в этом сезоне. И что там у нас доступно? Так, нифига ж не доступно. Ну, это я пройду за кадром. Вы это уже видели. Ну вот, Endurance будет. Гонки на выносливость, самые напряженные и изнурительные соревнования. Три гонки, один кубок, две гонки. Две гонки, два предложения. Три гонки, один кубок, два предложения. Ага. Так, две гонки, это типа по два круга будут. А здесь три гонки по два круга плюс кубок. Ну, что-то вроде того. Ладно, всем спасибо за просмотр, уважаемые зрители. Ставьте лайки. До новых встреч.